Всем привет, девочки! Вы посмотрите, чего тут у меня только нет. Заехала в магазин по просьбе подруги кое-что для нее посмотреть. То, что она просила, в магазине не было. Ну уйди, вот выйди. Вот как зашла, так и выйди. Нет же, думаю, а ну-ка посмотрю, что там новенького. Пройдусь, прошлась. Ну вы представляете? Прошлась. Вот так я прошлась. В общем, сумка оказалась полная. Ну что, показываю. Кому не интересно, кому не интересны покупки, как другие транжирят деньги, выключайте сразу. Ну а кому интересно, оставайтесь со мной. Вы посмотрите, какая красота. Какие трубочки. Сравните мой палец. Вы представляете, какие трубочки. Вы же знаете, что сейчас борются, да, с пластиком вот этим одноразовым. У нас уже давно пакетики бесплатные не дают, а во многих магазинах даже отказались от бесплатных пакетов или идет такой рециклинг, то есть переработка, либо бумага. Ну и вот пластиковые трубочки, да, вот для напитков всевозможных. Тоже практически перестали их выпускать, нигде их купить невозможно. Есть либо бумажные, либо силиконовые, металлические тоже есть. И я вот как раз покупала, тоже там под заказ покупала, ну, обычные трубочки, они идут всегда вот с таким ёршиком. А тут вот мне попались вот такие громадные, вот такие красивые, вот цветные. И эти, знаете, для чего эти трубочки? Эти же, конечно, очень удобно для смузи. То есть там, где могут попадаться какие-то кусочки, да, вот. Ну, в общем, взяла вот такие трубочки, взяла себе и сыну. И вот цветные были одни, и были вот такие черно-белые, серые. В общем, взяла один такой. Какой они захотят, мне без разницы. Хотя вот, знаете, хорошо, чтобы различать, да, у кого, где, чей стакан. Так что вот такие трубочки. Дальше, что у меня здесь? Тоже давно смотрела, не брала. А тут они еще и со скидкой были. И думаю, почему не взять? И вот как раз мне попался на глаза под мой телефон. У меня вот Galaxy S9. Но, кстати, хочу померить, потому что у меня S9+, и я вот не знаю, этот подойдет или нет. То есть надо аккуратненько померить, посмотреть. А у меня с собой не было очков, здесь может быть вот и написано, но я не могла прочесть. Так что вот, если что, то отнесу обратно. В течение одной недели можно отдать обратно. Дальше идем по крупному. Вот у меня здесь такой крупный пакет, чтобы убрать, и потом можно было разложить другие и показать вам досконально. В общем, здесь у меня плед. Тут же буду передавать. Там специально брала такой большой, никогда такого большого еще не брала. Но взяла для того, чтобы на диван можно было его накинуть, как покрывало, да, вот чтобы, так сказать, не пачкали диван. Вот взяла такой. Он такой плюшевый, мягкий, приятный. Ну, это, естественно, полиэстер, видите, на 30 градусов. Ну, им сносу нет, этим пледом. И мне нравится, что он с той стороны, он такой же. Он так красиво упакован, я не буду его распаковывать. Также его и отправлю. И здесь у меня вот такая подушка. Смотрите, написано «подушка вискалятузна». 30 на 50 по-польски, да, вот написано. Может, здесь, смотрите, итальянский, эстонский, французский, немецкий, нидерландский, словакский, английский и чешский. Русского нет. Ну, неважно. Ну, в общем, вот, смотрите. Премиум класса Memory Foam. Ну, то есть, вот, которая запоминает, да, форму. В общем, вот такая. Я люблю такие подушки, люблю именно спать вот на такую, чтобы под плечо ее положить. Не люблю большие эти громадные подушки, а именно вот так вот плечом упереться. Вот единственная проблема, наволочек нет на них. И поэтому я либо заворачиваю, машинки у меня нет, я вообще не швея, скажем так. Просто беру обычную и заворачиваю ее. Вот здесь вообще стандартные наволочки 60 на 70, либо маленькие вот такие 40 на 40, 45 на 45 или 50 на 50. Ну, так что вот такая подушечка. Давно на нее смотрела, но тут уже так это мимоходом взяла, так сказать. И еще одна подушка. Но это уже, вы видите, подушка для стула. Вот она с такими завязочками с одной стороны. Очень хорошая подушка. Форма
качество. Она велюровая, видите, вот такая. Очень хорошее качество, что там внутри. Не знаю, может быть, здесь написано. Она вот 40 на 40. Я взяла эти подушки. Ну, собственно, я брала раньше. Ну, и вот сейчас попались эти велюровые. И я взяла. Это, знаете, вот стулья, которые раскладываются. Вот в сад мы ставим или когда гости. Чтобы люди не на пластике сидели голым, да. А вот такие подушечки. Очень хорошее качество. Знаю, что продают их в других специализированных магазинах гораздо дороже. Я думаю, здесь их очень быстро разберут. Ну, как и все в этом магазине. Это я, наверное, забыла вам сказать. Была в магазине Action. Это что-то наподобие российского Fix Price. Только цены здесь разные, не одинаковые, как у вас там все по 99, да, или как. А разные цены. Но здесь можно купить. Часто это, знаете, как и аутлет, и часто, что наоборот, вот новое, что еще в других магазинах нет, а здесь можно купить гораздо дешевле. Вообще очень хороший магазин, но иногда его избегаю, потому что ну, невозможно оттуда уйти, чтобы ничего не купить. Это, девочки, следующая покупочка. Ну, это наволочка, вот 45 на 45. Вот так она смотрится, видите? То, что тут так непонятно будет. Но это лен, притом грубый лен такой. Но мне тоже вот очень нравится. Вот знаете, даже и под спину подставить или под голову, чтобы это не синтетика, а вот именно натуральная ткань. Она такая вот, видите, прям холщовка, холщовка. Особенно, когда летом жарко, знаете, очень удобно такие, когда потеют и не хочется никакой синтетики. А это прям вот натуральная, самое что ни на есть натуральная ткань. Ну и вот, девочки, я вам раньше показывала. Фарфор. Красивая посуда. Известная нидерландская художница по фарфору Янеке Бринкман. Валентайн. Вот такая посуда. Я добрала, мне нужно было взять тоже тарелочки. Вот подруга просила чашки, но нет их. Хотя на сайте стоят, что они есть, а их нет. То есть разобрано, и они не знают, когда они получат. И вот такую еще посуду. Но это тоже из этой же коллекции, из этой серии. Вот смотрите, вот такие. Тоже под заказ брала. Вот такие пиалки. Хорошие, они такие удобные. Знаете, вот... Вот у меня много разных, но вот это вот очень-очень удобная форма. Ну, красивые такие вот. И под кашу, и под фрукты, под салатики какие-то порционные. Собственно, что хотите. А это, девочки, вот такая миска, тазик. Ну, как его назвать, я не знаю. 1 евро оно стоило, или он. Что это такое? Такой серенький, простенький. Он и небольшой, этот тазик. Вот есть здесь диаметр 32 сантиметра. 12,5 высоту, глубину. Ну, в общем, иногда нужны такие. Я не готовлю никогда в пластмассе, не люблю. Часто вижу, вот используют девочки такие миски разные. Я не люблю. Но иногда, вот знаете, нужно что-то простернуть или что-то сделать. Ну, в общем, вот такие вещи, они необходимы. У меня есть там ванная, один стоит, а этот я хочу оставить в саду. Мне иногда надо там вот стол помыть или что-то, да, вот не всегда ведро удобно, а вот взять вот такой тазик иногда, вот, или для тех же овощей, вот, ой, фруктов, каких овощей, у меня там последний огурец, вы видели, ну, вот что-то собрать, в общем, вот те же груши будем обрывать, вот удобно в такой тазик их, 99 центов он стоил, считайте, вот на гривны там сколько, 30 гривен, и вот, что я еще приобрела. И это, так сказать, с подачи одной из моих подписчиц, и, можно сказать, подруги, Валечка. Вот вы меня вдохновили на эту покупку. У меня вообще очень много для выпекания всего. Есть различные формы, ну вот разъемные формы. А такая у меня была, и она уже... пришла в негодность, потому что раньше я пекла очень много, еще вот когда сын дома жил. Ну, и, в общем, у меня много чего для выпекания есть. Но вот такая форма была одна, и я ее уже выбросила, потому что она уже, ну, непригодна была. И тут вот увидела, тоже стояла, покрутила, повертела, я думаю, возьму. Возьму, она недорого стоит, что-то, по-моему, 4 евро. Не знаю, сколько вот стоит у вас в гривнах или в рублях. Ну, на вот, знаете, на заливной пирог. Ну, хотя вот здесь резать нельзя. Вот мне не совсем это нравится. Ну, вот рыбу. Ну, в общем, для чего угодно. Я иногда запекаю рыбу со шпинатом в слоеном тесте. То есть вот какой-нибудь пирог такой, собственно, чтобы не резать в нем, а убирать. Ну, хотя вот это вот, конечно, всегда нужно хорошо вымывать. Ну, либо застилать. Так что вот такая форма.
Ну и подошла очередь вот к такой коробке. Посмотрите, у меня здесь такая вот коробка. Ее тоже купила. Вот смотрите, она с ручкой. Там были белые. Ну, и была последняя прозрачная. Я взяла прозрачную, потому что я хочу поставить, знаете, такой вот аптекаркаст, аптечный шкаф, да, который выдвигается, и вот чтобы можно было сразу видеть, что там. Потому что если такие закрытые контейнеры, то потом иди и вспоминай, что там, либо вот надо подписывать. А здесь все видно, видите? Ну, вот, что у меня здесь. Ну, это я своим взяла побаловать их Твиксом, что я брату обещала. Ну, и вот дочка у меня любит. Так что я взяла им такую упаковочку. Тут у меня сразу упала. Так, как мне поставить? Тушь. Вот очень хвалили. В последнее время редко пользуюсь тушью. Ну, только если так, куда-то там на выход. Ну, вот теперь идет зима, так сказать. Летом я этим не пользуюсь абсолютно, а зимой вот может быть, может быть. Так что взяла вот 2000 калорий. Ну, в туше можно. Ну, это всем понятно, известно. Я вот взяла просто вот эту упаковочку, такие большие, потому что это такая вещь, да, эти диски ватные, они всегда должны быть в доме. Это салфетки для кожаных изделий, да, ну, вы все знаете. Я взяла для машины, потому что у нас кожаный салон, ну, и вот, думаю, пригодится. Ну, и для диванов тоже, собственно. Карандаш для бровей или для глаз? Для глаз. Карандаш для глаз. Коричневый, со щеточкой. Ну, его можно использовать также и для бровей. И с точилочкой, и со щеточкой. Смотрите, какая прелесть, а? Это коробочка. Вот такая, со змеечкой. И взяла я для наушников. Знаете, вот удобно положить их туда, свернуть, чтобы эти провода в сумке не путались, и взять с собой. И она такая яркая, и в сумке вы ее быстро найдете. А это, посмотрите, какая прелесть, девочки. Чашечка, видите? Вот такая миленькая чашечка. Ну, это я на подарочек взяла, такой вот енотик. И вот, девочки, смотрите, ну, это вот, как это называется, тафер-лобер, дорожка, да, для стола, вот такая красивая, посмотрите, у нас же приближаются праздники, ну, и вот хочется что-то обновить, вот я думаю, что будет очень красиво смотреться на белой скатерти, посередине вот стола, вот такая дорожка, вот так она будет смотреться, вот с белой посудой. Очень красиво. В общем, взяла вот такую дорожку. Они были еще черные, красные. Вот красная мне тоже очень понравилась. А можно их поперек, знаете, вот, чтобы они уже как и под тарелки были. И вот появился новый чай. Вот такие пирамидки. 10 пакетиков. Давайте посмотрим, что это. Грэндберри джинджер. Это клюква с имбирем. Вот такой, он прям такой подарочный, но хочу вначале попробовать, и потом, может быть, вот сделать подарочки с таким чаем, смотрите. Ну, попробовать, чтобы не ерунда какая-то была. Ну, очень интересный. Вот такие конфетки. Вот у меня как раз сейчас очень заболел муж. У него ангина ужасная. Вот проехался с сестрами 40 километров на велосипеде. И вот там они сидели у моря. И, может быть, его или продуло, или не знаю. Ну, вот второй день вот болеет. Вчера еще так сяк, сегодня прям вот не встает. Ну, и вот как раз, кстати, это такие килпастилчис. Вот это при больном горле, при кашле. Такие ментоловые, мятные конфетки. Сосательные, без сахара, что важно. Видите? Сукар-фри. И вот такие. Ну, это я уже взяла дочке. Это уже она что-то приболела. О, что-то там говорила, что ей тошнит, живот болит. Ну, в общем, и второй день вот тоже что-то не очень себя хорошо чувствует. Ну, вот взяла этот Твикс и взяла вот такие штучки. Видите, это просто эти кукурузные хлопья еще с миндалем. И они в темном шоколаде вот так вот обвалены. Очень вкусная штучка. Или как их назвать? Ну, такой. Такие сладости. Это пакетики, ну, и для заморозки, и просто так хранить, да, вот на вот такой двойной застежечке. У меня просто уже заканчиваются, и взяла новую упаковочку. Взяла доску разделочную,
Почему-то пропали все доски там из продажи, остались только дорогие деревянные, бамбуковые, а вот такие вот пластиковые почему-то там ничего нет. И лежало две последних, одна вот белая, а другая ну, вот такого цвета, вот такого. Я не люблю такой цвет. Я взяла себе белую, ну чисто вот обновить. Она тонкая, видите, но она довольно-таки прочная, но мне нравится эта доска. Так вот для овощей. Да хоть для чего, хоть для чего. Вот забрала такую доску. И вот уже показывала. Вот такая бутылка. Это Схонма Казаин. Вот видите, написано. Ну, это вот еще и с эвкалиптом. Запах эвкалипта. Ну, это именно вот и для полов, и для окон, и для чего хотите, и для мебели. Воду добавляете, чтобы убирать жир. А здесь взяла, в общем, для себя и для дочки. Ну, здесь она меня просила вот такие маленькие резиночки. Тоже как-то они пропали были. Ни в одном магазине не могла найти. А тут они мне попались еще, и смотрите, в таком пакетике. Потому что, конечно, удобно хранить, потому что они теряются, да, вот с таким зипером. И масочки нам взяла, думаю, она вот дома. Ну, и сейчас уже осень. И вот мы сделаем масочки. Вот ей как раз вот такую взяла, ромашка с медом. Вот здесь две масочки. Ее потом надо вот off, ну как скатывать, да, как скаточка. А себе взяла вот такую кьютин 10, вот такая с органическим маслом. Ну, может быть, одну себе, одну ей. Ну, вообще они идут антиэйдж, это себе. Ну, вот такую. Вот корейские маски очень хорошие. Такие. Здесь у меня вот такая с морскими водорослями. И коллагеновая, тоже корейская. Вот такая. И вот эту взяла, честно говоря, по приколу, чтобы нам с ней поприкалываться. Такая двухэтапная маска, вот тут с ложечкой. И она вот такая Green Rubber Face Mask. Ну, в общем, вот такая вот прикольная маска. Чисто посмеяться, поприкалываться, повеселиться. Ну и вот еще раз эту коробку, я ее только что разобрала, все из нее вытащила. Она, видите, достаточно большая, вот, если вот на доску поставить. Вот и с одной стороны ручка, и с другой стороны ручка. В общем, Ну удобная. вот, собственно, и все мои покупки, которые я хотела вам показать. Не судите строго. Может быть, кому-то понравилось. Если не понравилось, никто не держит, да, вы просто можете нажать на кнопочку и выйти. Правда? Ну, а я вам всем желаю тоже хорошего настроения, удачных покупок и всего самого-самого хорошего. Жду ваших комментариев.